Опасное насекомое завезли в Барнаул с голландскими хризантемами. Зараженную партию цветов обнаружили во время фитосанитарного контроля сотрудники Россельхознадзора. В общей сложности было заражено 250 хризантем. Барнаульский предприниматель заказал их из Нидерландов для продажи. Результаты лабораторных исследований показали, что цветы были поражены западным калифорнийским трипсом, одним из наиболее опасных вредителей растений и овощей. Цветочного бизнесмена обязали уничтожить инфицированную партию.